Ну что ж ты нам на этот раз подаришь? Занимательная игрушка. Сдается мне, что ничего хорошего. Так, пока что все хорошо. Подожди. Давно я что-то не заходила в тебя. Давай с пистолетиком походим. Сука, вот так страшно, капец. Откуда я вообще пришла? Оттуда? Да, вроде. Пришли сюда. Так, допустим. Что-то мне это не нравится жутко. А! Блять! Все, я понял! Подожди! Стоп! Стоп, 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 стоп! Нам нужен вот это! Заморозка! Бля! Куда бежать-то? Лифт? Лифт не нажимается. Что делать? Блять. Вот это жопа. А я могу побыстрее это делать? О, блять! Блять! Бля, бля, бля. Сибас? Бля! Сибас, беги! Ты дурак! Пиздос. Тише, тише, тише. Ты главное беги. Хоть бы просто так. А, сопли, сопли, сопли. А, сопли. Все, беги. Блядь. Мне жопа. Сибас, беги. Беги, мать твою. Нифига, я даже сопли успела подобрать. Ах ты жопа. Подожди, срочно, срочно, срочно крафтить еще. Блять, и не хватит, потом только две осталось, сука. Нихера, вот это я даю. Сопли подобрала. В панике даже. Обалдеть нахуй. Сука, не хочу. Сука, я не хочу с ней бороться. Реально. А я не помню, сохранение было вообще или нет? Так. Это уже плохо. Так, огонь, 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 и я... Ну, горит, и чё? Ай, блядь, там сопли. А, ну да, там. И чё? Опа. Я понял. О, я знаю такие ручки. Надо, короче, ждать. Я понял. По времени выжидать, пока кончится это все дело. Блять. Вали. Вали, Сибас. Да какая разница на самом деле? Там это, контрольная точка и все. О-о-о. Тише. Папа! А, что делать? Бля, вижу. Блять, мне жопа. А, нахуй. Ждать надо. Где она? Блядь, до свидания. Мадама. Мадама. Тише. Все, побежали. Давай, 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 давай.
Ой, жопа! Ой, жопа! Тут чего? Такая же. Такая же штука. А-а-а, давай быстрее беги! Нахуй беги! Блять, 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 блять! Ебать, она жесткая! Сука. Вот ты крокозябра ебучая. А-а-а, блядь, страшно. Беги. Все, вижу, 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 вижу. Сюда, сюда. Да, да. О, о, о. Все. Все, 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 все. Все, все, все. Все нормально, все хорошо. Дайте контрольную точку. Спасибо. Так, так, я так понимаю, это еще не конец. Блядь, далеко не конец. Да, ясно. О, подожди, подожди, подожди. О, блядь, блядь, беги, Себас, сука. Это плохо. Это плохо. Надо ее подальше, короче, от этого места увести нах. О, сука. Ну ты даешь. Так, понятно. Ну иди сюда. Тише, 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 убегай! Убегай, 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 братан! Братан, убегай! Тебе чуть-чуть осталось подождать. Где она, блядь? А, бля! Я прям в неё понеслась! Не уставай, сука! Блядь! Блядь, Себас, ты пидор! Себас, беги! Все, она еще не все. Сдохни, тварь! А, что ж так долго-то? Сука. А, вижу, вижу, вижу причину моей неудачи. Стой. Вижу, блядь. Вижу. Сука. А вот теперь надо ждать, да? Покуда криоболтов у меня уже нету. А, блин! Да вы чё, угораете, что ли? О. О! Сопли! Блять, да похуй нахуй! Здесь опасно. Здесь опасно. Блять. И что делать-то? Блин, пиздец. Ну, и что мне с ней здесь делать? Там везде огонь. Там же везде огонь. Сука, когда она кончится вообще? Эта тварина. Это... мразота. Отлично. Чтоб не мешало, блядь! Тихо!
Да ты куда пошла? О, овечка. Пизда, Ивановна. Зато у меня криоболты остались. То бишь, я не знаю, что с ней делать здесь. Пусть пока... Блядь. Себас, ты такой долбоёб. Сука! Горит, тварь. Ну да, что-то такое работает. А дальше-то чё? Дети хуйни, которые должны гореть. И чё? Ну вон там ручка. А чё с ней дел... А-а-а! О-о-о, блядь! Подожди! Стой! Криоболт! Сука, я, по-моему, ничего не сделал. А, блядь, я сейчас сдохну! Сука! Сука, блядь! Сука, как это сложно! Это нереально сложно. Сука. Какая ты противная. Прям бесишь. Ну как ее пройти, а? Как эту мразоту пройти? Не-не-не, подожди. Стой. Так, погодь. А-а-а, бля! А, нахуй! Вот это! Опа! Давай, иди сюда! Да! Горит тварь! Сука! Ладно! Хуй с тобой. Побежали. Побежали. Побежали вот сюда. Вот сюда. Давай, иди. Иди сюда. Все, пошла нахуй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, теперь еще ждать. Блин, мать моя же... Себас, ты дебил, что ли? А, сука, хули не пробежать-то дальше? Подумаешь, там подпалился жопу чуть-чуть. Дебила, блядь, кусок. Пидор, сука. Стрёмный. Ну, блядь, дайте пройти! Сука, бесите меня уже. Да, я знаю. Сука, криоболты доставай сразу. Осталось же. Я же забыла, блядь. Как вот от нее теперь бегать? По этой всей хреноте. А, пизда мне, короче. А, беги. Беги нахуй.
Спасибо! С третьего раза. Глотнуть водички. Мочи ее! Мочи Коро! Все, пизда рукам твоим. Загребущим. Я надеюсь, мы ее больше не встретим. Я так думаю, босс повержен, правда же? Это еще что за хрень? Да кем ты себя возомнил? Я знаю, кто ты такой, Сэб. А, иди отсюда. Я знаю, чего ты жаждешь, чего боишься. Сможешь ли ты жить дальше, зная о том, что я заставлю тебя сделать? Бедняжка Джозеф не смог. Жаль, что они втянули тебя в это дело. Но в любом случае, теперь я могу сделать с тобой все, что захочу. Ой, блядь! А, чего? В смысле? А чё ты не вышел? Можно было выйти? Так, подожди. Подожди. Возьмем пистолет. Хорошая вещь. Помогает, когда надо. А чё так долго едем-то? Блять, меня эти руки смущают вообще. Ну и маникюрчик. Кстати, современные тёлки тоже так ходят. Я имею в виду не те, кто просто ногти делает, а те, которые их отращивают вот таких вот размеров. Чёрт, я снова здесь. Отращивают их таких размеров, чтобы потом, короче, побить там кого-то там в книге рекордов Гиннесса, короче. Бред вообще полнейший. Как жопу вытирать такими ногтями, непонятно. О. Фрагментик. А, все закрыто. Тут я, то есть, не сохранюсь, да? Ну, хоть дают спокойный момент. Я надеюсь, от Рувика сейчас не будем бегать. Иначе это будет просто комбо. Блять. Как я ненавижу этих манекенов. Сука. Что это? Док. Что это вы творите, черт побери? Пытаюсь нас спасти. Серьезно? А мне кажется, что вы делаете еще одного монстра. Детектив, у меня нет на это времени. У меня тоже. Лесли был здесь и вернулся. Он вступил в контакт с Рувиком, но выжил. Насколько я понимаю, другим пациентам это не удалось. Чудесно. И при чем тут все это? Он наш путь к спасению, детектив. Причем единственный. Этот звук. Нет, все сработало. О, слава богу, сработало. Чё за жизнь, блин, происходит? Лесли, ты в порядке? Как же так? Почему не... Ведь должно было. Ох, ебстись, колопстись. Это что такое?
Чё за логина какая-то, блядь? Вот как, вот почему. Доктор, бегите. Он хочет того же, что и мы, он хочет выбраться. Ты долбоёб? Долбоёб. Сука. Ох, ни хрена себе. Ты чё сквозь текстурки-то летаешь? Это незаконно. О, музычку слышу. Да-да-да-да-да. А нафиг он профиль так сохраняет, если рядышком, короче, есть сохранение? Тупо, чтобы прокачаться сходить, что ли? Ну ладно, пойдем посмотрим, сколько я... О, еще баночка соплей большая. Блять, я что-то так мало собрала. Ну, прокачивать нам за 3000 точно нечего. Блять. Блин. Да, послушай же меня. Ты чё? Блин. Кстати говоря, такие же места, по-моему, и во второй части есть. Типа какая-то то ли лаборатория, то ли чё. Кто стучался? Ты? Кто, блядь? Кто опять? Во. Наверное, сейчас Рувик просто в ярости. Сломал терминал STEM. Никогда не думал, что дает до этого. Наверное, он уже на грани, раз решил порвать что-то там. У него остались только связь с настоящим STEM в больнице. В больнице? Психиатрическая больница, маяк? Он там, ждет его. Если этот кто-то не доберется туда первым, выбраться не сможет никто. Ну, заебись. Бля, а ты-то что тут как привидение? От вас пахнет кровью. Ну, от тебя тоже, кстати. Свои не лучшие дни. Ну что ж. Сейчас, я так понимаю, мы будем бороться и с этим монстром. То есть нам запилили два босса сразу. Чем его можно вывалить вообще? Только этим. Ну, в принципе, да. Там у него вроде человеки висели, наверное, ему по людям надо бить. Ох, блин. Сука. Мне это не нравится. Да нас так напугали или чё? Ты будешь вылазить? Спасибо. Ну, он меня видел. О, детальки. Сука, давай останемся здесь и никуда не пойдем. Или будем как крысы по канализациям. Блядь! Уйди нахуй! Вот это жопа. Откровенно говоря. А! Блин! Сука! Ты чё? Я вообще-то за этой, за хернёй шла. А! Блять! Ну ты мудак, а. Нахуй так пугать? Что за скримеры-то пошли? Вообще не понял. Так, патрошики пригодятся. И чё ты так повёл меня? Беги, наверное, да? А, это по скрипту. Стреляем его сразу. Зато контрольная точка. Так. Куда ему стрелять? Бля, по глазику. Я понял. По глазику. Ой. Ой, блин. А! А! Блять! Беги!
сквозь ноги. Ой, блин. О, Сибас, очень вовремя. О, смотри, смотри, херня какая. Нычка, что ли? Блять, да... Ух ты, дурак! Зайди! Он так не заденет меня? Пиздец. Ну это жестко. А! Блять! Ты, сука, угораешь, он еще жив. Вот этот пиздец. О, Сибас. Ты такой хилый. Я даже не знаю, куда ему стрелять. Хуёво. Хуёво, Сибас. Хуёво, хуёво. Присядь, что ли. А я могу стрелять так? Сука, со второго раза он вываливает меня. Ну пиздец. А ты можешь... А, ну ладно, хер с тобой. Пиздец. А-а-а, зря я это сделал. А чё он так... жестко? О-о-о, это что? Что это? Что это такое? О! Сюда, в глазик. Беги, блядь. В смысле? Я же убежала! Ну все, засосала в вагину. Пиздец. Еще один пиздец. Это сколько ему надо вывалить так? Скажите мне, пожалуйста. Так, гренку можно кинуть, кстати. Тихо, присядь. Да блин, Сибас. Что с тобой? А, одна у меня только была. Ну, хуёвенько, хуёвенько. Так, беги второй раз. Да-да-да, да-да-да. That's what I'm talking about. Беги. Тут, блядь, бегать негде. Я, бля, буду бегать негде. Я не знаю, это вообще на него как-то работает, нет? В принципе. Подрывает это хоть как-то его? Или нет? О, шприцуля. Блядь. А ты можешь сейчас немножечко это... Сука! Ну, я могу хоть так сделать. Ой, убегай! Зря. Ладно. Прости, Сибас. Бочечки раскидала. Как с тобой справляться-то вообще, ты мне скажи? Ты вообще умираешь? Ой, нахуй. Самое печальное, что он дохляк. Ну, Сибас, я имею в виду. Себастьян у нас дохлячок. Оу. Оу. Беги нахуй. Пиздос. Ой-ой-ой, блядь. Вот это плохо. Так, подожди. Давай-ка так. Все? Неужто? Ебись ты, коллапсти. Первый, но не последний. Отлично. Да нахуй мне ваш лифт? Дайте мне собрать патроны, пожалуйста. Короче, нужно было его побыстрее, вот этот глазик сочный, вываливать. С тебя нету ничего? О, есть. Сколько? О, вот это красота!
Вот это я сейчас как прокачаюсь. Отлично. Вот это серия, капец, конечно. Да я, блядь, с этой Лаурой больше погибала, чем с этим придурком. С ним, блин, разулю всего лишь. Ну, значит, с быстрыми монстрами, наверное, удобнее бороться при помощи пистолета. Потому что и снайпы, ну, ты явно не успеешь в него всадить. Сейчас, подождите, посмотрю здесь. Что-нибудь? О. Да что ты делаешь? Подбери. Тут нет ничего? А, здесь можно было заныкаться, если что. Да. Вот так история. Сейчас быстренько перезарядимся. Соберем лутец. И отправимся дальше во свояси. Отлично. Отлично. Ну все, собственно. Что же нас ждет дальше? Дайте уже спокойно походить, а, пожалуйста. Где-нибудь. А, даже так? Ну и отлично.